Да, я все почитал. Все посмотрел? Да. Снеговик заболел, да? Давай сначала посмотрим. Вот. Я уже все почитал. Ты уже все прочитал? Вон он стоит хмурый такой, да? Мерз и чихал. Ужасно холодный, нынче зима. Вот, его друзья стоят, да? Которые решают ему помочь. Вот такой он веселый. Они ему какао вручили. А чашка какао согрела. А птичка-то, смотри, в шоке. Что снеговик какао будет своими культяпками пить. Ручки-то какие, веточки, да? Вот. Такой вот. Шок получили. Вон он, снеговик, лежит. Растаял, птички купаются. Надо его снова слепить, да, снеговика? Да. Вот они начинают в снежных шапочках его снова лепить. Чихун. Вот они его слепили. Птичка в шапочке помогает. И вот он снова начинает чихать. Громко чихнул. Ему шапку одели. Да, ему решили подарить шапку. Он такой смешной в шапке. Вот. И что ему? Ванну ему сказали принять горячую. Да, вон горячая ванна согреет его, да? Эти уже птички собрались купаться, да, в ванне. Посои. Угу. Где снеговик-то? Одна птичка уже как аквалангист ищет, да? Вот. Да, опять. Отека растаял. Да, все, снеговик растаял. Снова они его собирают. Так, сейчас. Ой. Дальше книжка. Так, апчхи, да, опять апчхи. Опять заболел, да? Угу. Что ж такое-то? Как прямо у нас в декабре, да, сейчас все болеют. Уже 76% объявили, что в Питере заболело. Объявляют... Все заболеют. Ну, объявляют масочный режим. Маски одевать снова надо будет. Вот. Ему шарф тут подарили, да? И шапку, и шарф. А давайте, ребята, разложим костер. Зябко он веточки, ручки потер, да? Опять свои... тонкие ручки потянул к костру. Вот, снова. Растаял. Ага. Вот. Как сигарет без ножек и ручек. Угу, и ручек, да. Вот, такая вот история. Стихи сейчас еще почитаем, да, Кирюш? Тут же в стихах это я мама просто рассматривает книжечку. Давай до конца досмотрим. Он, какое мороженое, да? Какое красивое. Его уже ведут к мороженому. Чтобы он не грелся, а наоборот замерзал. Птички уже денежки тянут, да? Чтобы купить мороженое. А это уже купила. Да, это уже купила. Два шарика себе. И, о, а снеговик купил большую. Ой, ну лизать. Ты решил его полизать? Ну, давай я еще до конца книжку покажу. Все, осталось тут одна страница. Все с мороженым, да? Все веселые, довольные. Птичка наелась уже пузом кверху. Симпатичная книжка. А может быть, называется вот «Снеговик заболел». Жителям. Ну, это ты свой канал откроешь, будешь показывать свои эти... А мы пока такое мини-видео сняли. Вот это покажу.